Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы проведем с вами очередное занятие по видео. И хочу вам сказать, что мне очень не хватает ваших глаз. Но вот сегодня у меня есть помощница, девушка из Норвегии, тролль Кэролайн. Здравствуйте, ребята! Я тут новенькая. Буду с вами учиться. Что-то делать, рисовать и вырезать. Ну, надеюсь, у меня очень получится, потому что я этого очень-очень хочу. Спасибо, Кэролайн. Ты будешь меня вдохновлять сегодня. Итак, ребята, у нас на пороге, на носу, скоро Пасха. И к Пасхе принято делать небольшие подарки. И, как правило, это яйца. Приготовила сегодня для вас две идеи, которые вы без сомнения сможете сделать дома сами. Нам потребуются ножницы, клей, цветная бумага. Это могут быть также цветные журналы, обрезки цветной бумаги, фантики от конфет, картон, который вы сможете прорезать. И вот второй вариант яйца, объемный. Что-то подобное мы делали с вами, когда изготавливали елочные игрушки. Это были шарики, это были игрушки на основе круга. Вот эта игрушка сделана на основе формы яйца. И самым сложным в этом занятии сегодня будет форму яйца построить. Я вам покажу, как это делается очень подробно. Для того, чтобы что-то нарисовать, нам с вами необходимо что? Сначала это что-то изучить. Лучше всего натура. Поскольку мы сегодня делаем яйца, я взяла яйцо. Я начала с того. Мне захотелось посмотреть, асимметрично ли яйцо. То есть, одинаковы ли его стороны справа и слева. Да, оно симметрично. Теперь посмотрим, одинаковы ли его части сверху и снизу. И вот тут я вам скажу, нет. Хотя яйцо можно условно назвать овалом, овал этот сложной формы. Поэтому я поделюсь с вами тем способом, каким я исследовала яйцо. Возможно, вы найдете что-то свое. Итак, я решила разделить его на трети. Трети – это значит сколько частей? Одна, две, три. Трети. Да? На трети. Три одинаковые части получила. Нижнюю часть я представила себе, вообразила квадратом. А верхняя часть – треугольник, домик такой, да? Но для того, чтобы изготовить вот эти вот игрушки, нам потребуется шаблон. Вот такой шаблон я себе изготовила, по которому я буду вырезать потом одинаковыми вот эти части для декоративных элементов. Такой шаблон построила я, как выше сказала, на основе квадрата и треугольника. Вот сейчас я посмотрю, кто был старательным и внимательным. На прошлом занятии для моей младшей группы, а там мы учились с вами проводить прямые линии, откладывать на глаз равные отрезки
И вот сейчас это умение нам очень пригодится, потому что сначала я построю квадрат. Ну, допустим, нижняя правая точка у нас уже дана. Это край листа бумаги. Я отложу вверх точечку, померю глазом отрезок. Точно такой же отрезок я отложу по нижней части листа влево. И для того, чтобы получить квадрат, мне не хватает еще одной точки. И это должна быть точка на одинаковом расстоянии от точки справа и от точки снизу. Так, ошиблась, наверное. Пожалуй, вот так. И теперь остается эти точки соединить. Вот такой у меня получился квадрат. Я найду его середину или середину сторон и разделю его еще на 4 части для удобства построения. Таким образом, рассматривая яйцо, я определила, что примерно вот в нижней трети оно шире всего. То есть вот эти вот части, эти точки останутся. Это будет максимальная, вот в этих точках будет максимальная ширина моего шаблона, моей выкройки. От них я уже могу нарисовать вот эту нижнюю, более утолщенную часть яйца симметрично. Ну, по крайней мере, стараемся. А верхнюю часть, та, что у нас была воображена треугольничком, я должна еще построить. И для этого мне не хватает третий. А это, как известно, вот этот отрезочек. Этот или этот. Но поскольку они одинаковые, то это все равно. Я меряю глазами отрезочек, откладываю его здесь. И вот у меня получилось теперь три одинаковых отрезка, из которых я могу либо построить треугольник, что в данном случае не очень правильно, потому что яйцо, иначе у меня получится здесь так же широко, как и вот здесь, в нижней трети. Мне нужно скорее этот треугольничек провести вот таким образом. От точки верхней до точки нижней трети. А далее, это что-то новое. Нам нужно сейчас научиться провести линию не от точки до точки прямо, а на провести линию от точки до точки, изогнув ее воображаемым или желаемым образом. Это должна быть форма яйца. Вот здесь закругляется. И дальше вот таким вот изогнутым образом линия соединяется с точкой нижней трети, где максимально, где яйцо максимально широко. Вот примерно так. Поскольку вы будете это рисовать карандашом, вы сможете линии, которые вам не удались или мешают, воспринимать форму вашей фигуры, стереть. Но мне это не обязательно, и для изготовления шаблона это, в общем, не обязательно, он может быть с какими-то вспомогательными линиями. Теперь эту форму немножечко подправим. Все-таки это должно быть яйцо, никаких острых углов. И вот, когда мне все нравится, я могу приступить к вырезанию, поскольку яйцо симметричное, мне не нужно вырезать его целиком. Тем более, что, скорее всего, при рисовании
две стороны у нас не получились абсолютно одинаковыми. Я поступлю хитро. Я сложу шаблон по вертикальной линии и получу две половинки. И теперь могу выбрать, какая же половинка мне больше нравится, и по ней вырезать две части сразу. Во время вырезания я могу еще подкорректировать форму, либо добавить, как здесь, либо наоборот что-то срезать, вот как в нижней части. И смотрим. Вот такое вот аккуратненькое, симпатичное яйцо у меня получилось. Спасибо яйцу за то, что попозировало нам. Мы его уберем. И приступим к изготовлению первого яйца. Для изготовления этого яйца нам потребуется три детали. Две детали я вырежу по шаблону. Взяла бумаги разного цвета, оттенка. Положу на него яйцо и, конечно, ну что удобнее всего сделать, его удобнее обвести, да? Чтобы было вот так мы держим, чтобы это не переехало. Обвести, убрать в сторону и вырезать. Но поскольку я это делала уже много-много раз и могу сделать это без обведения карандашом, я просто придерживаю крепко все три слоя. Это мой шаблон, моя выкройка и два листа бумаги. И вырезаю. Удобнее, конечно. Видите, какие большие листы. Удобнее вырезать всегда, перед тем, как начинать работать, вот так вот прямоугольнички вырезать. Вот. Лишнее убираем. А маленькие кусочки остаются в руках. Их удобно держать. И обрезков меньше. И вырезаю. У меня получаются два яйца одинаковых. Для вот этой декоративной рамочки я возьму лист еще один, другого отличного цвета. Возьму опять же мой шаблон. Вырежу с небольшим запасом. Уберу лишнее. И вырезаю, поскольку рамочка немножко больше, чем сами яйца, вырезаю произвольно. Вы видите, ничего не рисую. Мой глазомер мне помогает. Пытаюсь мерить каждый раз, пока режу, вот это вот расстояние от яйца до края. В общем, вот эта рамочка должна быть чуть больше. Она будет тоньше, толще, это решать вам. Ну, вот такую вот рамочку, то есть яйцо чуть больше, чем первые два, я вырезала. Можно уже, собственно, их собрать, склеить. Но мне захотелось сделать какой-то, придать какой-то ажурности. И я вот что решила сделать. Край оформить волной. Итак, ножницы я ставлю в положение, готовое к работе, то есть резать. И посмотрите, правая рука, в которой у меня ножницы, не движется. Я двигаю только вверх и вниз лист бумаги,
лист, часть, деталь, которую режу. И таким образом двигаю, и в это время режу ножницами. Так, лезвие кончается. Передвигаю и режу дальше. И вот таким образом у меня получается волнистый, интересный край. Осталось все это склеить. Потребуется клей. Посмотрите, я воспользовалась бумагой для того, чтобы не испачкать стол. Хорошо, проклеиваю, особенно по краям. Яйцо. Через бумажку проклеиваю. Для чего мы это делаем? Чтобы не испачкать наше изделие и убрать излишки клея. Так, приклеилась. Чтобы приклеить вторую часть, ну, естественно, перевернем. И вот тут нам потребуется ниточка. Любая. Можно взять ленточку. Но у меня ничего под рукой, кроме ниточки, не нашлось. Складываю ее пополам, чтобы получить петелечку. Такую вот петелечку. Кончики соединяю. Подгоняю таким образом, чтобы они были одинаковой длины. Можно уже приложить на заготовку. Так, не торопясь все делаем. Руки в клею. Ну и можно иметь под рукой салфеточку и вытереть. Смазываю клеем хорошенечко следующее яйцо. И наклеиваю с другой стороны. Обязательно проглаживаю. Так, готово. Вот. Если есть бусинка, можно одеть бусинку на эту петелечку. И, конечно же, это яйцо следовало бы украсить каким-нибудь узором. Из кружочков, полосочек, прямоугольников. То, что вы придумаете чередующими, чередой каких-то геометрических форм или чередуя разные геометрические формы, тогда у нас получается узор, орнамент. Вот таким образом можно украсить эти яйца, а можно что-то нарисовать. Это на ваше усмотрение. Для яйца второго. Здесь я использовала 8 частей. 4 зеленого, заготовки зеленого цвета. 4 заготовки синего цвета. Можно использовать большее количество. Меньше, ну, это смотрите в зависимости от того, что вы хотите изобразить. 4 было бы маловато, 6 минимум, 3 одного цвета, 3 другого я бы использовала, либо больше, тогда оно будет пушистеньким, более объемным. Я решила сделать не двуцветное яйцо, а вот разноцветное. И для этого я использовала просто всевозможные оттенки зеленого. Это уже подготовленные части, мне не хватает только двух, которые, посмотрите, я сложила их вместе, опять же, если у вас ножницы острые, то можно сделать 3 листочка вместе, 4, ну, в зависимости от того, сколько листов бумаги одновременно смогут прорезать ваши ножницы. Ну, вот для того, чтобы вам показать, я, наверное, 2 слоя оптимально использовать, потому что тогда вы сможете это сделать без напряжения для руки. Руки надо беречь.
Делайте все в удовольствие, без боли. Так вот, у меня получилось 8 заготовок. Теперь мне нужно их согнуть по вертикальной линии. Можно воспользоваться глазомером. Я представила себе точку вершины и нижней части яйца, провела глазами линию и по ней загнула. Ну и так, чтобы, естественно, у меня края совпали. Да, совпали, значит, я все правильно сделала. А можно воспользоваться шаблоном, приложив его к яйцу и загнув по нему. Вот таким образом, но я это сделала все на глаз. И вот такое яйцо хорошо проглаживаем линию сгиба. Это вы тоже все знаете. Ага, вот неправильно. Тут нужно сделать все очень аккуратно. Правильно. Найти правильную линию сгиба, чтобы в результате работа получилась аккуратной. И теперь мне остается только склеить все эти части друг с другом. Для этого я намазываю каждый раз одну половинку и накладываю на нее яйцо. Сразу сдвигаем, проверяю края, чтобы ничто не торчало. Отгибаю, смазываю следующую половинку. Смотрю цвет. Цвета у меня должны чередоваться. Ну, такая у меня задумка. Поэтому нужно не ошибиться. Опять смазываю. Очень удобно всегда от линии центра ориентироваться на линию центра. Ну и, соответственно, проверять время от времени, не вылезают ли края, не торчат ли друг из-под друга. Так, вот такое у меня зеленое интересное яйцо получается. И что касается украшения, вы можете украсить до того, как яйцо склеили, разложив все элементы рядышком, украсить их какими-то фигурами, которые вы можете нарезать из цветной бумаги или фольги. Сначала можете украсить, дать высохнуть и потом их склеить вместе. Либо сначала склеить яйцо, собрать, а потом вот так вот, распрямляя его, украшать одну за другой плоскости. Что я забыла? Кто-нибудь уже догадался? Наверняка. Я забыла вклеить ниточку. Пока клей не высох, я это сделаю. Складываю пополам, подравниваю кончики. Пока клей не высох, можно отодвинуть части друг от друга и вложить туда ниточку и хорошо прижать, конечно. Ну и осталось украсить эти яйца элементами.
орнаментом, чередой кружочков, треугольников, квадратов. Что вы можете придумать? Или сюжетами разнообразными.